Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Summoner Storm. Так, сегодня я хочу дойти до 60 уровня и забрать вот этот ящик. Ну, а получится у нас это или нет, мы сегодня как раз это и проверим. Так, открываем сундук. 14 монет, Скорпион, Гром и S. Понятно. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, вот этот нажмем. Пускай он открывается, 4 часа. Так, и, наверное, сразимся один поединок, чтобы нам забить ячейку для сундука. Так, ну что, я вижу, у него есть магия. Так, это молния 5 уровня, кстати, это плохо, что 5 уровня. Плюс у него есть ракетчик, гром, плюс лучница и, соответственно, шаман. Ну и без танка, естественно, никто никуда не отправится. Так что будем сейчас, ребята. У меня, по-моему, огонь все-таки намного сильнее, чем его молния, но это не точно. Так, давай посмотрим, кто кого. Так, он наверняка сейчас вызовет ракетчика. Шамана. Так, сделаем таким вот образом. Хоба. Так, он призвал ракетчика, да? Вот так вот мы с тобой сделаем. Ух ты. Но ракетчик, ребята, все-таки крепкий. Его молния не пробила, как ты видишь. Так, давай-ка я, наверное, вызову грома сюда. Блин, у меня сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой, вот это плохо, ребят. Вот это плохо. Так, ну, Гром, давай, бросай свою бочку. Шикарно. Тогда не все потеряно. Тогда все у нас великолепно. Хе-хе-хе. Ну, иди сюда, Громозека. Сейчас мы тебе тоже запульнем. Все, ребят. Ну что же, остается только подбить главного персонажа, и победа за нами. Это круто. Так, мои награды. Ну, в принципе, и все. Мы с тобой заработали сундук, и я предполагаю, мы можем идти с тобой в компанию на 56 уровень. Так, давай посмотрим, кто у них тут. Так, друзья мои, смотрите, у него тоже стрелок 8 уровня. Плюс у него Локи 3 уровня, да? Ракетчик 3 уровня. Ну, а остальное, в принципе, все ерунда. То есть, Локи, стрелок и ракетчик — это как бы самые такие сильные враги, которые могут мне все испортить. Тут все зависит еще, кто быстрее выставит стрелка. Ну, выставить одно дело, а сохранить ему жизнь — вот это уже совсем другое. Так, давай посмотрим. Я вызываю ракетчика. Так, он вызвал стрелка. Мы вот так вот хоп и убираем. Так, если я сейчас вызову стрелка, он будет применять... Давай, наверное, я лучше вызову грома. Так, а вот, ребята, и Локи прибежал. Естественно, это очень плохо. Так, еще и ракетчика позвал, а? Видишь, что он делает? И мне это, ребята, только на руку, потому что теперь я смогу расстреливать своим стрелком, естественно, его юнитов. Так, готовимся, что он сейчас скоро позовет еще одного стрелка. Это 100%, я тебе говорю, так и будет. Вон, он уже его позвал. Он его уже позвал. Но мне кажется, это слишком поздно. Сейчас мы его тут с тобой раскурочим. Сейчас только доберемся. Тут совсем чуть-чуть осталось. И начнем его прессить. Тем более я могу воспользоваться огнем. Хотя даже и не понадобилось. Давай стрелка позовем. Ну, что я могу тебе сказать? Все, победа здесь за нами. И Джиабао сейчас погибнет. Все. Даже огонь не пришлось истратить. Шикарно, ребята. Так, деревянный сундук. Монетки. Опыт. Так, опять Скорпион. И все. Так, ну, мы с тобой перебрались на 57 уровень. Против Хитрозада будем играть. И, кстати, мне в комментах пишут: Рэй, что ты играешь в плагиат? Это же Вадзиген. Ребята, я играл в Вадзиген, и я знаю, что там полностью продоначенная игра. Полностью, вот до самого корешка. Если у тебя есть лишние там 50 тысяч, ты можешь играть спокойненько. Если у тебя нету, извини меня, тебе там делать нечего. Это я тебе говорю на собственном примере.
Аккаунт у меня до сих пор остался, и я знаю, что там и как. Ладно, давай барды плюс ракетчик. Ах ты, гаденыш. Убираем его отсюда, естественно, сразу же. Сносим. Выставляет, наверное, тоже, ребят, стрелка. Я вот только не помню, у него есть пламя? О, он его потратил сюда. Это зря. Друзья мои, это зря было сделано с его стороны. Потому что я сейчас вызываю грома. Так, я вызвал грома. Ну и, естественно, гром сейчас тут начнет. А вот это вот лишнее. Вот это лишнее, парень. Так, молодец, стрелок. Уничтожил этого Локи. Вызовем с тобой еще ракетчика. Шикарно. Так, шамана в расход. Твою налево, а. Ладно, позовем еще одного танка. И стрелка. Ну все, друзья мои, я думаю, что победа здесь уже будет за нами. Потому что, ну что он сделает? Я думаю, он уже здесь ничего не сделает. Просто элементарно не успеет. Да-да-да-да-да. Прессинг идет капитальный. Зачем он сюда пламя потратил, я ума не приложу. Ну, это его выбор. А мы, друзья, побеждаем. Открываем сундук. Так, понятно, монетки, опыт. Так, гром. Эз, Грута и Бард. Друзья мои, наконец-то Барда могу прокачать до второго уровня. Так что давай-ка мы это с тобой сделаем. Он на первом-то, в принципе, неплохо зажигает, согласись. Но на... Так, а я еще и грома могу прокачать. Двойная радость получается у меня. Ты посмотри, сколько у него здоровья. 2036. Круто. Гром у меня будет бомбить на 1000. Ё-моё. Так, а какого уровня? Он 8-го, да? А у нас на 10-м. После смерти взрывается и наносит урон врагам вокруг себя. Ну, ты понимаешь, что это качать, качать и качать. Шаман у меня, кстати, уже 3-го уровня. Ну, Локи 2-го. Я его не беру. Потому что меня вполне устраивает именно вот такая команда, которая у меня сейчас есть. Так, ого, ого. 3-го уровня. Вот это мне надо... Ты посмотри, у него он ассасинку берет с собой. Ё-моё, а вот это, ребята, действительно может быть проблемой. Ты смотри, стрелок, шаман, что-то как-то он, я так понимаю, рассчитывает на своего танка, вот на этого, да? Хорошо, давай попробуем. Так, он, у него есть ассасинка, да? У него есть ассасинка, об этом тоже не стоит забывать, ребят. Вызываем грома. Блин, сейчас, конечно, быстро тут, мне кажется, уничтожат моего барда. Пошел отсюда. Он не подбил, да, грома? Он стрельнул, но не подбил. Значит, гром получается очень даже силен. Давай пробуем тюрьмы пострелять. Так, шамана призвал опять, а ты посмотри. Ладно. Так, а вот, друзья мои, и ассасинка побежала. Значит, она минусанет мне все-таки, да? Моего стрелка. Или же мы все-таки быстренько сейчас уничтожим главного персонажа. Что, скорее всего, так и получится. Не дадим уничтожить. Опа, все, друзья мои. Несмотря на то, что его армия, в принципе, была как бы сильнее моей, я его победил. Так, 20 гемов. Так, Барнбласт. Выпадает нам С и Грута. Да что ж такое-то. Мне бы, честно говоря, хотелось бы что-то другое. Почему они мне все дают одних этих орков? Так, смотри здесь. Шаман. Бард. У него тоже, кстати, ребята, 2-го уровня. Так, и у него, смотри-ка, вот этот чувак. Пушкарь 2-го уровня. И Локи 4-го уровня. Ребят, я не знаю, что сейчас будет. С этим персонажем мне сталкиваться пока не приходилось. Я самого не юзал. Но я почему-то думаю, что ничего хорошего нам не сулит. Так, давай проверять. У нас есть пламя, если что, посмотрим, ребята. Твою налево, вызвал стрелка своего вшивого. Так, ну что, нам тогда тоже нужно выставлять стрелка, потому что, ребята... Нет, блин, они сейчас раскурочат.
Именно этого я и боялся. Именно этого, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй. Гром, 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 гром. Погибнет сейчас гром, ребята. Подожди, с какого перепуга такой прессинг идет, а? Ну-ка давай, ракетчик, помогай. Ё-моё, а нас тут, друзья мои, пробили. Ха. Пробили не на шутку, если честно. Все, я сфейлился. Я сфейлился, блин. А как так получилось? Из-за чего? Да ты достал там уже своими охламонами этими. Блин, у меня нет танка, ребят. Только ракетчик. Ну стреляй ты давай. Опять этот вышел, пушкарь. Может быть, из-за пушкаря, ребята, я проиграл? Да нет, вряд ли. Смотри, что опять творит, а? Давай попробуем снести. Ох, ёк. Ты видел, что делает эта штука, ребят? Я только что увидел. Он, вон, нифига себе он наносит урон. Слушай, а может быть мне тогда стоит такого чувачка взять себе, а? На вооружение. Я же отказывался как бы от него. Он у меня есть, но первого уровня, правда. Слушай, давай-ка я попробую его взять. Заодно и заценим. Так, карты сейчас только заменим с тобой. А вместо кого? Вместо, наверное... Блин. Сижу и не знаю даже вместо кого. Вместо кого? Вместо грома? Давай попробуем вместо грома. Вместо грома. Я думаю, что это будет оптимально, ребята. Блин, меня вот бесит, что у него тут очень много стрелков. И еще меня бесит то, что у него есть антитанк. То есть Локи уничтожает танков только шорох. Можно, в принципе, и нам с тобой взять Локи, но наш Локи будет слабее. Он сейчас будет стрелка выводить. Я жду, я готовлюсь. Иди отсюда. Все-таки подбил. Ладно, посмотрим, на что этот парень у нас способен. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Ну, танк, блин, ну где там? А вблизи ты не можешь стрелять, что ли, парень? Не, друзья мои, он только вдаль бомбит. Слушай, ну тогда это невыгодно получается. Мне, по крайней мере. Да. В этом случае все-таки тогда получается гром круче. Ладно, я не буду здесь ничего выставлять, ребята. Все равно фейлимся. Против Локи надо что-то сделать. Против Локи. Так, он вызывает... Ладно, я, короче, делаю так, ребята. Я беру сюда... Тоже Локи, но будет он у меня вместо... Вот сюда. И все-таки я возьму Грома. Попробуем. Ну, понимаешь, да? Тактику нужно любую здесь испытывать, потому что... Блин, то, что у меня Локи, конечно, второго уровня, это вообще меня не радует. Нисколечко. Так, ладно, танк на танк. Сейчас у него... А, стрелка он вызовет, да? Сейчас он вызовет стрелка. Вот он, ребята, и стрелок. Сейчас нам надо будет его поджарить. Вот он выбегает, Локи. Давай-ка тоже, наверное, вызовем нашего Локи. Но, как ты видишь, наш Локи намного слабее. Намного, ребят, слабее. Так. Давай-ка я вызову вот этого. Стрелок нам обязательно здесь понадобится. У него, по-моему, заклинаний, насколько я помню, да? А раз у него нет заклинаний... Значит, мы сейчас будем, ребята, рвать и метать их.
Слушай, по-моему, все, по-моему, фейл ему светит здесь. Да, 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 да. Если вы уже здесь прижучили, все, ребята, тут бесполезно уже дергаться. Ракета такая зависла. Ну что, я прошел, ребята, прошел эту миссию. Барнбласт, дикарка и алхимик. Ну что же, у нас 60-я миссия. Так, друзья мои, 2-го уровня. А это кто такой? Че за крепыш? Голдгурион. Кто ты такой? Стальгорн. Скорость атаки очень быстро, очень быстро. Так. Это уже интересно, друзья мои. Это уже очень интересно. Так, ладно, посмотрим, кто кого. У него, кстати, тоже пламя 2-го уровня. Тоже 2-го уровня. Ладно, начнем с этого. Так, он вызывает своего кабана этого, да? Буйвола. Может быть, я зря так сделал, а? Хотя нет. Не зря. Да звездани ты ему хорошенько. Так, он вызвал ракетчика. Я, знаешь, что сейчас хочу сделать? Стрелка позвать. Куда ты стреляешь-то, дурачок? Ты... Зашибись. Здоровски просто, а? Да кто так мощно-то бомбит у него? Я не понимаю, а? Ну все, ребят, тут уже понимаешь, да, сам? Когда тебя вот так вот поставили к стенке, и уже ничего не сделаешь. Где-то я лопухнулся. На чем-то я сфейлился. Я думаю, что здесь Локи не нужен мне вот именно в этом поединке. Хотя ладно, давай попробуем. Вместо Локи, мне кажется, здесь лучше бы взять шамана. А было бы, наверное, оптимальнее. Если я возьму ракетчика, он возьмет стрелка, так? А, нет, вот он что делает. Ракетчик. Нет, 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 нет. Вот так, наверное, мы лучше сделаем. Видишь, он сразу применяет, ребята, пламя. И отсюда. Лезет тоже мне там, да? Так, ракетчик. Да стреляй ты, господи, уже. Вот, отлично. Тоже позовем, ребята, Локи. И еще одного ракетчика. Так, ну тут уже надо танк вызывать. Иначе сейчас грома уничтожат. Смотри, 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 смотри. Он задергался, ребята, у него уже паника. У него уже пошла паника. А это хорошо. Я обожаю, когда начинается паника, потому что враг сразу все начинает пасовать. И мы его, соответственно, уже готовим к уничтожению. Врача, вот фиг тебе, врача. Есть контакт. Вот как-то так. Ну что, забираем сундук. Ну, монеты это понятно, опыт это тоже все понятно. А вот здесь у нас Барнбласт, Мясник и Черная Борода, и все. Но это, ребята, скудненько на самом деле. Так, ну что, открываем этот. Так, ух ты, 902 монеты. Опять Барнбласт. Мясник, вы издеваетесь? Морган и Ассасинка. Так, бомбардировщик. Ну что же. В принципе, бомбардировщика можем уже, друзья мои, прокачать. Так, ты открыл новую главу. 4-ю. Скоро разблокируется, ребята. Вот такие вот у нас новые какие-то юниты тут появляются. Так, ну что. Как обычно, по традиции, попробуем дойти до 65-го сундучка, да? Точнее, не сундучок, а 65-я миссия. И тут сундук будет. Так, а я хочу прокачать все-таки, друзья, с вашего позволения. Где у нас тут? Вот. Повышаем.
Так, атака 270. В принципе, атака не такая уж мощная, друзья, если честно. Вот ассасинка. У ассасинки атака 342. Кстати, для уничтожения именно вот стрелков, мне кажется, это вообще идеально. Надо подумать. То есть она вот этого может сразу грохнуть, да? Также она может там шамана какого-нибудь шваркнуть в легкую или нанести офигенный урон главному персонажу. Так, да, я хотел заменить. Я хотел заменить и сделаю, наверное, вот так все-таки. Ну что, друзья мои, поехали. 61-я миссия. Кто у нас? Ух ты, это кто такой? Это Гром? Это Гром, ребята, 11 уровня. Ё-моё, я представляю, насколько он мощный. Посмотри, какой он стал. Как он здесь, новичок, и какой тут уже два бивня, тут один только. Ладно, ребята, это все нюансы. Так, танк и танк. У него 3 уровня, охламон этот. Насколько я помню, магии у него нету, да? У него есть гром зато. А, у него стрелок еще есть. Иди отсюда. Давай, 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 бомбочки свои. Слабоватый он, слабоватый. Так, сейчас они мне танк, по-моему, разнесут. Не, он, конечно, сопротивляется. О-хо-хо-хо-хо-хо. Слушай, по-моему, нас сейчас продавят ребята здесь. Или все-таки сможем здесь выжить? Правильно, по шаману. Оу, щит! А этот-то бомбит, не кисло? Ну давай, 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 Грома, бомбите. Блин, этот плешивый появился, ребят. Ой, я имею в виду стрелок. Твою дивизию, мне нужно пламя. Успел, да? По-моему, успел я их прожарить там. Слушай, по-моему, все очень даже хорошо получается. Так, шаман даже пикнуть не успел. Позовем еще Грома с собой. Так, этого должен быстренько заколбасить. Не дай боже, он там пламя свое шуганет. Вот это будет плохо, друзья мои. Он поджарит тут тогда всех абсолютно. Но вроде бы ничего не делает. Все. Фу, сломили мы его. Так, ну это понятно. А вот здесь что? Моряк Морган, охотница и травница. Травница. Я так, ребята, ее даже и не использовал. И даже не знаю, что она делает. Ну, в принципе, догадываюсь, что она хиляет. Ух ты. Слушай, он одних эпиков набрал. Спартакус. Так, посмертный призыв. Призывает специального помощника после смерти. Дальнобойная атака. Наносит дополнительный урон призывателю. Зашибись, я тебе скажу. Зашибись. Что мы, интересно, здесь против сколько? Раз, два, три, четыре, пять эпических карт. Против моих двух. О-о-о, друзья мои, я даже не знаю. Я не знаю, что мы тут будем делать. Так, позвал, да, все-таки? Ну давай, блин, быстрее ты свой... Твою... Ну ладно, хотя бы обменялись. Ну! Пипец, блин! Чё ты делаешь, Рей? Ну... Чё, одного удара достаточно, чтобы снести? Серьезно, блин? А, ну а чё я хочу, ребята? Это же эпическая карта.
Смотри, ну какого-то чувачка там еще... Нет, все, тут меня промяли. Тут меня... Офигеть, как быстро накатили. Спартакус какой-то, блин, а? Переиграть, конечно. Поменять противника. Я манал, ребята. О, давай вот этого вот. Нифига там выбрали, блин. Пять легендарных... Ой, пять эпических карт против моих двух. Вот сейчас мы поиграем. Тут, по крайней мере, хотя бы на равных. Зачем я вот это вот, ребята, оставил? Я не могу понять. Его надо поменять, на самом деле. Так, все время забывает, что у него стрелок есть. Был, точнее. Так, ну что, теперь мы призовем с тобой стрелка, да? Давай даже вот так сделаем. Ах ты, гаденыш, что творит, а? То есть он потратил молнию, да? Что я делаю сейчас? Вот зачем я это сделал? Вот это была моя большущая, ребята, ошибка. Глупость я сморозил сейчас, на самом деле. Причем огромную. Ну ты грома будешь призывать или нет, блин, стоит там, блин, я не знаю. Да бандиты. Жесть. Моего персонажа уже шваркнули. Так, ну как карты. Надо менять, ребята, этого хламона. Он здесь вообще не котируется. Вот в этой пачке он не идет. Шамана взять. Давай возьмем ассасинку. Посмотрим, насколько она, ребят, хороша. Сколько от нее будет полезного действия, да? Так, не забываем, что у него стрелок. И все время, ребята, это забывать. Тем более первого уровня он... Лашпен должен быть, по большому счету. Лашпен. Я вызову ассасинку. Она единственная, что вот она еле-еле, ребят, бежит, блин. Так, а вот и вышел шаман. Сейчас мы посмотрим, накажет ли она шамана. Она наказала, конечно, шамана. Но он своей молнией, да, подбил? Твою налево, блин, ассасинку, зачем ее... Она же сейчас 3 часа будет бежать, ребят. Обмен, тупо обмен был, да? Ты. Нет, эксперимент с ассасинкой, ребята, провалился полностью. Это я тебе точно заявляю. Вернем тогда свою прежнюю команду, которая будет состоять из 2 танков. То есть у нас будет Барт и плюс чувак с булавой. Ассасинка... Слишком, она слишком, ребята, медленно бежит. Слишком медленно. Если бы она быстрее бежала бы, да, был бы, возможно, от этого толк. Но не сейчас, не в данный момент. Так, ну что, поехали. Это 62-я миссия у нас всего лишь. А мне нужно 65-ю сегодня взять. Так, у него 1 танк, да? Танк у него 1. Все, дострелялся, чепушило. Так, у нас все равно здоровье меньше, да, получается? Сейчас я вызываю стрелка, и он сразу начинает, ребята, вот, видишь, молнию сразу врубает. Хламон. Так, ладно. Сейчас надо вот этого, ребят, сносить. Вопрос только кем? Мне некем его сносить. Ну, Гром, ну... Ну, брось ты свою, блин, эту... Как ее звать-то? Ну, бочку, короче, свою. Нет.
Шаман не даст, ребят, нам тут нормально жить. Не забывай, что у него есть пламя. И он может им воспользоваться. Или гром у него. У него молния, да, по-моему? Слушай, ну может быть, все-таки получится у нас. Смотри, что творит, а? И отсюда. Так, ракетчика призываем. Опять идет шаман. Еще вызовем танка одного. Для перестраховки, друзья. Так, он вызвал стрелка, да? Мне нужно тоже вызывать стрелка и бомбить в ответку. На! Шамана в минус. Так, Локи тоже в минус. Слушай, по-моему, все, доигрался он в эти азартные игры. То есть, сам понимаешь, да, мы его уже прижучили, все, он тут уже ничего не сделает. Ну, будет там вызывать кого-то, но мы моментально будем тут уничтожать. Сам видишь, тем более тут стрелок сзади стоит. Стоял. Но это ему нисколечко не поможет, все. Так что бан был повержен. Берем награды. Монеты, опыт, это все понятно. Так, скорпион. Черная борода. Двойной кинжал. Так, 63-я миссия. Ох ты, 13 уровня, 11-го. Это кто вообще такие? Ну, по крайней мере, это обычные карты. Не легендарные, не эпические, а обычные. Но уровень, конечно, да, ребят. 13-й, 11-й. То есть надо смотреть, что это вообще за хламоны такие. Ага, это алхимик. Все, я понял. Сейчас. Вот так вот мы с тобой сделаем. Оу. А, это S. Это, ребята, S был. Так, я не пойму, алхимик-то что такой прям мощный-то? Чего? Я пойму, это меня что ли? Это гаденышка травит? Я ничего не могу сделать. Я прикинь, меня вызывает одного за другим вот этих вот. Меня еще и травят, оказывается. Все, я свалился, друзья мои. Одного за другим он вызывает этого гаденыша. Просто, понимаешь, одного за другим. Так, давай подумаем, что можно здесь сделать. Кого можно поставить? Уровень, конечно, да, 13-й. Тут... А здесь, скорее всего, нам понадобится шаман. Шаман. Кто ты такой? Священная роща. Атака отражается между тремя врагами. А, то есть он бросает свои, да, вот эти вот штуки. Блин, ну маленькая, маленькая атака, ребят. Вообще, я бы сказал, даже не котируется. Твою налево. Что делать? Два танка. Нужны ли мне здесь танки? Если их очень быстро уничтожают эти дамагеры. Может быть, здесь Грутту взять? Ладно, попробуем пока так. Это еще 10 уровня. Прокачал, да? Охламон. Естественно, эта лучница травит. То есть, мне, наверное, не надо было изначально тратить огонь. Давай посмотрим, сможет ли шаман здесь помочь нам. Да че он такой крепкий-то, а? Чего за фигня, ребят? Этот шаман, ну, чересчур какой-то имбовый. Ах ты гнида. Он взял и, ребята, использовал пламя. Это только одного шамана уничтожил? Не, ребят, это бесполезняк.
Это бесполезно. Я этого шамана, алхимика пробить не могу, прикинь. Эпик-карты его не могут пробить. Так, ну-ка давай-ка мы с тобой продолжим. Поменяем, наверное, все-таки противника. Но это что-то вообще, ребят. Еще не легче. Ну, попробуем. Офигеть, у него 7-9 уровни. У меня таких нет. У меня только вон 1, 2, 3, 4. Где ты набрал, гаденыш, таких карт? Объясни мне. Столько персонажей, где ты мог их взять? Так, у него стрелок, по-моему, уже есть, да? Есть у него стрелок. Зачем я это сделал? Я, ребят, думал, что там стрелок у него будет. То есть перепужался. Да чтоб тебе, ты посмотри. А вот, ребята, и стрелочек пожаловал. Ну! Что там получается, я не пойму. Окей, вроде бы нормально. Так, Морган этот со своим скорпионом. Так, давай еще одного шамана позовем. Так, давай, танкуля, выходи. Он сейчас стрелка позовет. Там должен быть откат по стрелкам именно. Но он вызывает почему-то Моргана. Так, я жду. Что-то он не вызывает. Вот, вызвал. Замечательно. Так, ну что, теперь крышка, я так понимаю, этому Виктору. Блин, все-таки я бы хотел вот этих вот ракетчиков своих прокачать еще. Они очень хорошо бомбят, при этом они отталкивают противников. Так, 290 монет, понятно, это опыт, выжигатель и травница. Ну что, друзья мои, мы с вами переходим на 64-ю миссию. Так, а это кто такая? Класс специальная, священная роща. Так, что ты делаешь? Телепортируется над первым встречным противником. Как это понять? Телепортируется над... То есть она хочет сказать, перелетает нашу. Сейчас посмотрим. Пламя у него будет посерьезнее, ребят, чем у меня. И что значит класс специальный? Блин, у него пламя 3 уровня, а у меня только 2. Нафиг. Блин. Шаман, давай, выходи. Чего? Ну ты жук, а? Так, давай попробуем. Так, этот идет, блин. Газовик. Как его назвать, не знаю. Газовик. Кислотник. Давай, ракетчика. Вон эта фея, ребят. И все? Это все, что эта фея делала? Так, подожди, 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 подожди. Этот бард... Ребята, он под защитой. Он под... Это сейчас пламя или еще что-нибудь влупит? Нафиг. Я так и думал, что он врубит пламя, да? Так, а мы-то потихоньку с тобой двигаемся. Ага, получил мелкий. Все, ему крышка. Я не знаю, ребята, смысл в этой фее вообще не увидел. Летит, перелетает через первого моего юнита и попадает в самый расколбас. То есть вообще ни о чем. Так, мясник и... Ох ты, болотный корень. Кто ты такой? Надо глянуть, ребята, что это за болотный корень.
Ага, он у него как раз есть. Это танк. Священная роща. Так, скорость атаки медленно, очень медленно. Никогда не перестает двигаться и пихает всех врагов перед собой. Ага, вот оно что. То есть он толкает, толкает, толкает. Его нельзя, ребята, оттолкнуть, вот что. Слушай, ну что-то я где-то уже такое видел, а? Опять у них тут... Ну ты видишь, кто. Давай поменяем. Ну, куда ни шло еще. С такой командой, ну, в принципе, можно попробовать подраться. Правда, Скорпион 10 уровня и Гром 10 уровня. Ага, еще и Сарашип 13 уровня. Так, ну тут, естественно, естественно, нужен ракетчик, ребята. Как можно быстрее. Как можно быстрее. Так, у него пламя там, по-моему, да? У него, по-моему, в заклинах и есть пламя. Хорош. Что-то я даже не могу, ребята, Сару Шип эту забомбить, прикинь. Чего? Давай, давай, давай. Все. Трындец, ребят. Как так-то, а? Ты прикинь, это Сара Шип, она просто, ребята, тыкс. Офигеть. Зачем я вы... Да. Я не думал, что вот эта хламонка может просто взять любого танка, пырнуть, и он удуплится. Хорошо, давай попробуем переиграть. Он даже не вызвал грома. Он вот чисто вот этим. Даже я не видел, ребята, капитана этого. Давай пробуем так сделать. Ну, танк, блин, ну ты будешь выходить. Пипец какой-то. Я охерею, блин. Ну и чё? Опять, опять, опять. Вон она идет, ребят. Это Сара Шип. Все. Не, это бредятина какая-то. Просто посмотри, а, танка наказывает. Или это пиратка наказывает? Нет, это, по-моему, Сара Шип все-таки наказывает так. А что это такое за это, ребята, я не понял. Там какая-то аура крутится вокруг, видел? Типа заморозки или еще что-то в этом роде. Так, поменял, ребят, противника. Не знаю, ну, здесь попроще должно быть. Там что-то вообще какая-то жесть. Когда куча эпиков на тебя прет, конечно, ты там ничего не делаешь. Хотя бы на равных бы. И отсюда. Ну, стрелок, ты будешь выходить или нет? Вот... Меня же прям бесит вот это вот. Ну, стреляй давай в него. Все. Он сразу молния, естественно. Опять? Ну, уничтожил, добил, довольный такой. Так, шаман. Так, надо шамана вместе с шаманом тоже вот так схлестнуть. Давай, 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 давай. Блин, он стрелка что ли позвал? Ну да. Он позвал стрелка. Допустим. Зачем я это сделал? Ума не приложу. Так, по-моему, ребята, Пуча сейчас отдуплится. Это было коварно. Молнию, конечно, бомбанул прям в середину. Всю мою армию этих дальнобойников уничтожил, прикинь. Стрелок всегда спит, блин.
пока он там выстрелит, да, ребят? 100 лет пройдет. Ну все, я думаю, тут уже крышка ему. Да. Тут однозначно ему трындец. Все. Фух. Так, деньги, опыт, барнбласт, сарашип и все, ребят. Все наши, как говорится, попыточки на сегодня. Подожди, а мне нужно было сколько пройти? Получается, что все, да, друзья мои. Тогда, наверное, будем закругляться. Обязательно продолжим уже прохождение в следующей серии. Так что всем пока и до новых скорых видосиков.